Всем привет. Это вот наш зал. Валера, кто 190 приседать будет? Ты? Да нет! Чё, вешали просто так? Алексей Кузнецов. Чё, вешали просто так? Пусть Лёха приседает. Лёху? Будит Лёху? Да. Ладно. Слава, тогда будем Лёху. Валера, аккуратно, будем Лёху. Буди. Не буди. Ложим, мотаем. Будить не будем. А, ну вот, да, 190, это Лёхи. Было когда-то там. Мотается. Придерживай, чтобы не упал, не буди человека лишнего. Что, морг, пацаны, его? Капец, он чисто крепко спит, пацан. В мире профессионального пауэрлифтинга это нормально, когда человек спит между подходами. Ну, время-то уже детское кончилось. Вес спортсмена последний раз, когда он засыпал, был 66 килограмм. Пока он поспал, стал килограмм 65. Когда мы Лёху последний раз будили? На той неделе? Да, но он же спрашивал. Тихонько берем, несем, пусть это. Вдруг он не спит, вдруг он умер. Давай, меняем. Голову придерживай. Голову придерживай. Перед штангой ставим, одеваем сначала, одеваем. Держи, сейчас упадет, шатается. Валера, одевай, лямки одевай. Не, ну раз навешали 190, что, пропадать весу, что ли? Не, ну пока да. Кто кроме да? Лёхи будет приседать-то? Это сказала Александра Завтрик. Когда Лёха засыпал, он был мастером спорта. Ой, вру, кандидатом в мастера спорта. Проснулся он, наверное, ну, он отдохнул, может быть. 190 – это разминка, раз на 6. Все, ремень оденьте и будите уже потихоньку человека. Лёха, приседать! Лёха, приседать! Лёха, приседать! Кузнецов Алексей! Давай ещё! Хорошо! Разматывайте! Все, можно спать, Лех. Все нормально. Разматывайте, уносите на место. Не-не-не, это. Лицо-то надо одеть. Ну ладно, потом. Потом. Потом лицо одеть. Он уже. Герой. Ни на что не отвлекается больше. Личная жизнь, работа, семья – это все херня. Вот они, настоящие пауэрлифтеры. Ну, еще он кушает, мы его будем, чтобы он поел, чтобы он не сдох. Ну, и пока, это не тема. Камер, блядь, он много. Да подожди, аккуратно, ну что? Валера, относись к человеку нормально, блин. Он медали нам приносит. Тихонько. Ну вот, закончены приключения Лексуса. До новых встреч. Не-не-не, укрыть, замерзнет парень. А то зима еще не прошла. Да, понедельник.
До следующего приседа, дорогие друзья. С вами была Марина, Слава, Никитос и Валерий Николаевич.